Мама, привет, у меня все хорошо, я работаю пекарем в столовой. Это ребята меня нарядили, я не знаю, у нас какой-то праздник сегодня. А так вообще все хорошо, вкусные пирожки готовлю, блин, люблю, целую, мам. Вот буквально через несколько часов Ялта погиб во время разведывательной операции. Когда его группа приблизилась к зданию гостиницы на территории аэропорта, их в упор расстрелял украинский БТР. Ополченцам удалось забрать тела погибших, несмотря на то, что территорию гостиницы до сих пор контролируют силовики. Украинская артиллерия повредила и здание. Мама, привет, у меня все хорошо, я работаю пекарем в столовой. Это ребята меня нарядили, я не знаю, у нас какой-то праздник сегодня. А так вообще все хорошо, вкусные пирожки готовлю, блин, люблю, целую, мам. Вот буквально через несколько часов Ялта погиб во время разведывательной операции. Когда его группа приблизилась к зданию гостиницы на территории аэропорта, их в упор расстрелял украинский БТР. Ополченцам удалось забрать тела погибших, несмотря на то, что территорию гостиницы до сих пор контролируют силовики. Украинская артиллерия повредила и здание.